Всем привет! Всем привет! У нас сегодня, смотрите, нам пришли две посылочки с гигабоксами с сайта gigabox.ru. Здесь у нас два гигабокса, один за 3000 рублей и второй за 1500 рублей. Но фишка гигабокса в том, что мы не знаем, что там внутри. То есть мы вообще не знаем. Я даже не знаю, какой из них за 3000, какой за 1500. Поэтому подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, какой гигабокс стоит дороже. Первый или второй? Мы их сейчас пронумеруем. Да, вот. Да, давайте мы их сейчас откроем сначала. Вот он, вот. Давай, давай. Я вижу, да, они вон тут запакованы. А, ну тут есть скотч чуть-чуть. Да. Сейчас я его разрезу. И сейчас мы их подпишем. А, ну давайте гигабокс, который будет слева, это будет, я не знаю, номер один, а справа будет номер два. Папа, да? А. Я и так унижаю. Развязывай. Так, и второй гигабокс. Интересно, мама тоже с нами. Давай, Милан, открывай. Как все классно. Вот здесь он, наверное, открывается. О, да, вот тут. О, ага, тут такие коробочки. Так, давайте его пронумеруем. Он будет у нас номер один. А вот этот тогда... Кстати, такие прикольные упаковки. Так, все, гигабокс я подписал. Номер два и номер один. Давай, Милан, открывай. Да, если кто не знал, это такие боксы. И никто не знает, что там внутри. То есть вы заказываете подарок. И там будет сюрприз. Можно заказать подарок самому себе. О, стой, неправильно открываешь. Вот так. Опа. Нифига себе! Здесь у нас, смотрите, VR-бокс. Здесь очки виртуальной реальности. О, может быть, даже разыграем между подписчиков, потому что у нас есть один. Так, тут еще что? Ты думаешь, что три? Так, это на камеру, смотрите, линзы. Чтобы можно было фотографировать. Колонка! Смотрите, какая прикольная колонка. Хока премиум продукт. Теперь у нас есть колоночка. Вот это да. Ну-ка, здесь что у нас? А это пауэрбанк с фонариком? Так, ладно, это у нас было в номер один. Открывай второй. Это! Что там? О, это играть. На пальцы накидывать. Такая штука. Это что такое? Лимон. А, да, это соковыжималка такая компактная. Новая! Новая мышка, блютусная. Так. Это вентилятор, который вставляется в телефончик. Так, и это у нас наушнички. Вау! Так, коробки убираем. Игрушек нету, потому что это папа заказывал. А, да. То есть тут все для папы. А, ну вот есть игрушка. Можно на это пальчиками кидать. Это моя будет. Это твоя? Угу. Так, ну давайте посмотрим на все товары. Давайте сделаем распаковку всех этих штучек. Так, ну не знаю, первый, наверное, вот это дороже, да, все-таки с колонкой. Угу. Ну не знаю, пишите в комментариях, я так и не понял. Так, давайте начнем тогда. Что у нас там, Милан? Дай. Я как ее. Так, ну что же, здесь у нас вот такая мышка. Она в таком кейсе. Как этот кейс открыть, вопрос. О, Мила, ты уже эту штуку открыла. Он светится? Его нужно пальчиками перекидывать, смотрите, вот так. Вот так. Хоп, хоп. Хоп. Вот так. Делать всякие фокусы. Хоп. Да, и они светятся. У кого есть такая Выключи. Штука? А, во, две включились. Милана просит выключить свет. Оп. Еще вот эту. Давай, выключай эту. Сейчас мы выключим свет. Оп. 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 О. Оп. Оп. Ха-ха, прикол. Оп. 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 Да, классные штуки. Ладно, мама, давай включай свет. Тебе наушники? Мне интересно вот эта мышка. Что это за мышка такая? Опа. Вон, такая пыльная. Запылилась. Да, на Почте России пока ехала.
Так, как же она... Ага, она работает... А, вот он у нас внутри. Bluetooth-модуль передатчик. Сюда мы вставляем батареечку. И все, у нас есть Bluetooth-мышка. Кстати, у меня нету Bluetooth-ной мышкой. Потому что мы маме моей отдали. Так что теперь пригодится нам. В общем, когда собираетесь на день рождения к своему другу, я думаю, такую штуку можно взять, да? Мне напоминает, это как будто бы заказал много-много посылок с Алиэкспресс. Папа, ты... А, и тут у нас даже, смотрите, есть характеристики, что ли. Да, вот они. У нас здесь, видите, характеристики. То есть работает на... А, не по Bluetooth она работает, а, смотрите, по Wi-Fi, типа мини-Wi-Fi такой. О, вот эту штуку давайте попробуем. Жалко, что уже зима, хотя у нас дома очень жарко, потому что батареи топят, а на улице тепло. Так, это, я так понимаю, такой вентилятор для телефона. Как раз таки у меня на обзоре сейчас телефончик вот такой. Давай-ка, Милан. Берем и вставляем его в телефончик. Вот так. Воу! Йоу, полегче! Йоу! Ну что, Милан, жарко тебе? Развиваются волосы по ветру. Да, вот сейчас тут кайф, у нас дома сейчас такая жара. Смотри, пальчик это может ударить. Не сока. Да, ветер от него прям очень сильно фигачит. Не сока. Давайте посмотрим на VR-Box. Он идет у нас в пакетище. Пакетище снимаем. Есть у вас народ такой VR-Box или нет? Так, инструкция. Ну, я так понимаю, просто тот смартфон вставляем. Есть комплект, смотрите, салфеточка, чтобы протирать его. И какой-то двухсторонний скотч с такими мякушками. Че, Милан, там, как там, видно что-нибудь? Видно меня? Тебе надо шторку закрыть. Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе, видно. Вот и близко. Да? Давай сюда. У меня есть целый отдельный обзор про эту штуку, так что можете найти на канале, возможно, даже ссылочка где-нибудь сейчас выскочит. Так, я забыл, как эта штука у нас открывается. А, о, вот так. Вот так она открывается. Сюда мы можем приклеить мякушку, которая идет в комплекте. И сюда вот так вставляем телефон, запускаем VR-приложение. Вставляем его вот сюда. Опа. И все, смотрим. Тут у нас все мягенько. Мне тоже надо. Тебе надо? Да не надо, Милан, мы сейчас не будем смотреть. Мы сегодня вечером будем залипать с Миланой, включу ей какие-нибудь приложенницы. Это и как раз таки поиграем. Сейчас? Да. Ну ладно, сейчас сниму обзор и тебе покажу, хорошо? Мама. А, зрители, можете перейти по ссылке, посмотреть обзор на точно вот такую штуку. VR-Box 2, по-моему, это называется. Далее у нас идет вот такая лимонная соковыжималка термос, я так понимаю. Ну это маме, наверное, мы дадим, да, мама? Будешь себе делать фреш на работе. Вау! Нифига. В общем, два VR-бокса и все подарки. И маме, и папе. Так, здесь он... Ого! Смотрите, какая бутылка. Она одевается на палец вот сюда. Чик. Что-то еще можно делать. Она, получается, откручивается. И здесь у нас сразу... А, прикол! То есть мы сразу жмем, и все у нас падает в эту бутылочку. То есть, видите? Вот так, мы сразу выжимаем сюда лимон или яблоко, или что мы там хотим выжмать. Все это дело вынимается. Тут написана инструкция. Да, то есть мы лайм, к примеру, выжимаем. Потом туда добавляем водички, сахара, там, ну, кто как любит это пить. И все. Кстати, бутылка для фитнеса. Я тут по тупости прокипятил бутылки для фитнеса, и они у меня полностью испортились, ну, согнулись. Поэтому теперь можно брать на фитнес вот такую штуку, купить там по дороге. У нас там эти продают возле фитнеса, эти арбузы и все такое. Да? Да? Прикольно, мне тоже нравится. Это вываливать. Все, вот эта штука. Кстати, эта штука мне больше всего нравится пока из всего. Ой, тут у меня выскочило это. Ладно, потом вставлю. Кстати, вот такой соковыжималки у меня и никогда и не было, кстати. Я тоже меня не имела. Теперь будет. Даже какое-то название есть. Citrus Zinger написано. Да, это такая скрещение My Battle, помните, хит такой был? Скрещен с этим, с термосом. Опа-па. Дальше у нас наушнички. Давайте откроем наушнички. Как кивает? Наушники. Как? Хока тоже, как и колонка, которая... Здесь какой-то язычок есть. Более пачек прикинь. А, во. Тут просто заклеено.
открываем. И здесь у нас вот они, наушнички. Тебе, мама, нужны наушники? Нет. Да, как раз маме нужны были наушники. Видите, как удачно все. Как вам? Ничего не слышно? Милана сейчас любимая песня «Скибиди». «Скибиди, папа». Да. Еще фуфулок, фуфулок, еще... Да, еще фуфулок. Еще тиланы, тиланы. Так, здесь у нас кнопка, получается, есть. Смотрите, можно принять вызов. А потом вот так выглядит сам наушник. Ой, какой прикольный. Такой обтекаемый, как будто бы для спорта. И здесь у нас получается хук. Кстати, прикольно здесь, смотрите, увеличено, прорезинено вот это место, где оно чаще всего рвется. А такая ванночка сделана, как будто бы там, я не знаю, можно кисточку макать. О, а тут не все, оказывается. Еще! Тут еще есть, смотрите, набор амбушюр сменных под еще два размера. Получается, у нас здесь идут амбушюры, красивая коробочка, наушники. Все как надо для подарка. На наушниках даже есть голограмма, типа это лицензионное все. Премиум продукт Хоко. Да, тут есть микрофон. О, мама уже кайфует под музыку. Дай-ка я послушаю тоже. Или тоже послушай. О, басы такие. Да мне это шуток. Перед тем, чтобы собрать свой кусок. На ногах Adidas. Так, вывод по наушникам. Бас хороший, средние частоты тихие чуть-чуть. То есть больше бас. Вообще прикольно. И на тоже бас. В комплекте с VR-боксом, с VR-очками будет вообще супер. Давайте теперь посмотрим, что за универсальные линзы. Я так понимаю, для смартфона, да. Чтобы делать всякие качественные фоточки. Возможно, даже снимать клипсы на смартфон. Опа. Правда, обидно, у меня две камеры на смартфоне. То есть мне такая штука не подойдет. Это нужно для тех, у кого одна камера. То есть для Google Pixel пойдет. Получается, в комплекте у нас идут вот такие сменные штучки, которые мы сюда накручиваем. И потом мы это дело все прилепливаем. То есть, видите, можем менять там рыбий глаз и все остальное. Опа. И потом на смартфон цепляем, и все, и разный вид у нас. Ну-ка, посмотрите-ка. Милана поет в наушниках. Ну и есть, видите, мешочек, чтобы все это дело переносить. Вот такую штуку я как-то на Авито даже продавал, и у меня ее купили пацаны, которые занимались тем, что снимали эти квартиры, то есть это на видео. То есть ремонтом там занимались, все такое, им для отчета нужны были вот такие штуки, чтобы там делать фотки большие, с большим охватом квартиры, там всю комнату, чтобы охватить и так далее. В общем, классная штукенция отправляется в мою коллекцию. Рыбий глаз, макро и широкий угол линзы в комплекте. Милана тем временем начала уже открывать пауэрбанк. Давайте посмотрим, что это за пауэрбанк. Пауэрбанк идет с лампой. Есть, это получается, лампа ночная, быстрая зарядка, 15 тысяч мАч, нифига себе, солидно. У меня есть один пауэрбанк на 20 мА, но он на 20 тысяч, но он очень здоровенный. Зато теперь можем Вале один дать, выделить. А, тоже фирма Хока. У них, наверное, контракт с ними. Получается, все Хока. Так, и как эта штука открывается, вопрос. Здесь есть язычок, за него тянем. Опа! О, надо было проще так сделать, и вытянуло все. Ого, тут целая клетка для него. Здесь, получается, он нашел кабель USB на микро-USB в комплекте. Фирменная наклеечка Хока фирма. Гарантия. Силикагель, чтобы у нас все это дело не засохло. Вообще такая премиум упаковочка, все сделано очень-очень приятно, на удивление. Давай, Милан. Так, Милана уже не дождалась и что-то оторвала от него. О, пленочку снимаем. Как все у нас красиво. Здесь, получается, у нас звук 2 USB. И микро-USB, так понимаю, для зарядки. Потом кнопочка включения. Вот так выглядит. Вот это. Да, 15 тысяч. И два выхода. Один выход на 2 ампера и второй на 1 ампер. И вот так эта штука открывается у нас, фонарик. А, о, вот так. Включаем. И видите, зарядка у нас сейчас 59. А, два раза я щелкнул, и все, включился у нас свет. И видите, теперь фонарик горит. Ля, такой приятный теплый свет. Два раза нажмал, выключился. Два раза нажмал, включился.
И его даже можно использовать, получается, как фонарик. Смотрите, вот такого защелкну, раз-два. Ходишь, светишь до всех. Очень прикольный пауэрбанк, да, хороший, качественный, приятный матовый пластик. Ничем не хуже Xiaomi. И чтобы выключить его, получается, зажимаем кнопку. А, нет, походу он когда бездействие, он там постоит минуту без дела и сам выключится, если не будет никого заряжать. А так, светим. Два раза нужно. О! Во! Но даже ребенок справится. Ну и наконец-таки мы добрались до колоночки. Сейчас, я чувствую, мы устроим дискотеку века. Что это у нас за колоночка? Музыку можно слушать, принимать звонки. Режим бездействия, анти какие-то. О, тут, короче, функций дофига и больше. Открываем. Напоминает чем-то колонку JBL. BS9. Вот так вытряхивается у нас все. Чик. Опа. Вау, нифига, как она выглядит четко. Нужно даже... О, вот так сделать чуть-чуть послабее свет. Она такая зелененькая. Вау, это кожаный получается здесь ремешок, на который он подвешивается. Как он вынимается оттуда? Пакет. Пакет сразу срываю. Да, смотрите, у него получается кожаный ремешок. Здесь такое приятное все. Колонка, разумеется, не водонепроницаемая. Батарея на 600 здесь стоит, сделана в Китае. Получается, смотрите, сюда можно даже ставить флешку. Вот это круто. Мне на JBL на колонке такого не хватает. Сюда можно ставить флешку и слушать сразу музыку. С флешки можно колонку заряжать. Есть также выход на эти наушники, чтобы с телефона музыку сюда это включать. Есть play, этот самый пауза, громкость и включение-выключение колонки. Я вот вижу, там даже огонечек какой-то загорается. А вот он, видите, синенький. О, Bluetooth включился. Сейчас мы ее синхронизируем. О, все, наша Хока подрубилась. Давайте сейчас включим какую-нибудь хитяру. Не зря же я купил себе подписку музыку ВКонтакте. Делаем громкость на всю. А, один раз жмешь, он листает песни. Да, если долго задерживаешь... Он уже громко сделает. Ого! Бас! Пить я крокодил, крокожу, вожу, и буду крокодить. Так, сейчас что-нибудь еще подрубим. Смотрите, на этом в колонке еще не все. Тут есть всякие бумажечки. Опять же, наклейка этот Хика. И смотрите, тут какие-то есть провода другие. А, то есть, смотрите, в комплект идут сразу провода для подключения проводным способом к телефону, если у вас телефон без Bluetooth, может, какой-нибудь старенький. Потом, смотрите, тут USB на micro-USB зарядочка. И есть даже карабинчик. А я-то уж думал, что тут не хватает. Тут не хватает карабинчика. То есть, мы можем его сюда, хопа, и карабинчиком пристегнуть. О, и повесить куда угодно, на дерево, на шашлылок, машлылок. И, кстати, эта резиновая штука, я с нее еще пленку защитную содрал, и теперь она не вибрирует на столе, то есть она прям к столу прилипает, что его нельзя сдвинуть колонку. Подарю своей маме эту штуку, потому что она просила колонку купить ей. В общем, когда не знаешь, что подарить другу, любимому человеку, сестре, брату, гигабокс – это хорошее решение. Не нужно тратить много времени, ломать голову, что же подарить. Просто нужно зайти на сайт, выбрать стоимость, категорию сюрприза, в комментариях указать предпочтение и готово. Очень удобно, доставка курьером и почтой по всей России, так что ссылочка в описании, всем советую, кто захочет себе приобрести. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем спасибо за внимание, пишите ваше мнение по поводу гигабокса, покупали ли вы когда-нибудь такие сюрпризики, знаете, когда не знаешь, что внутри. Очень интересно послушать ваше мнение. Также не забывайте нажимать колокольчик, это для меня очень и очень важно. Всем пока. Ой, беда, беда, разорение, запасы немеряны, убытки не считаны, разоримся по миру, пойдем, это что, сказка такая, это жизнь такая.